Три анекдотика на тему казино. Значит, утро уже раннее, никого нету. Два крупье сидят, скучают. На столе рулетки. Заходит блондинка ошеломительная. Ребята как-то оживились. Подходит к ним. Ребята, сыграть можно? Ну, конечно, пожалуйста, ставочки делайте. Ребята, у меня есть одна маленькая фишечка. Если я играю голенькая, то я обязательно выигрываю. Давайте, давайте. Раздевается полностью, вся. Делает ставку. Бросает шарик. Девчонка, ой, спасибо, ребята, я выиграла. Сгребает фишки и уходит. Эти сидят. А что хоть выпало? Да я даже не знаю, куда шарик бросить.